Скоро во дворах многоэтажек Астрахани появятся камеры, подключенные к комплексной информационной системе «Безопасный город». Астраханская область выбрана одним из пилотных регионов для реализации проекта. Он предполагает соединение различных систем безопасности в единый комплекс, что позволит исключить дублирование задач и поможет быстрее принимать решения. В Главном управлении регионального МЧС прошла рабочая группа под председательством заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна. Астраханская область – один из 17 пилотных регионов, где апробируется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Основная цель проекта – достичь высокого уровня общественной безопасности. Для меня безопасный город – это стало быть безопасная территория. Безопасная территория – это там, где горя людского становится чуть меньше, где жить и работать становится комфортней. Чтобы это происходило, нужна консолидация сил и средств тех, кто занимается оперативной работой, тот, кто занимается предупреждением, тот, кто занимается моделированием. Благодаря созданию единой информационной системы можно будет прогнозировать, мониторить и предупреждать различные угрозы, контролировать ликвидацию ЧС и различных угроз безопасности. Для этого нужно интегрировать в единую платформу все системы безопасности, которые существуют в различных отраслях и ведомствах, и сейчас разрознены. Она выстраивается, вы совершенно правы, по разным элементам, начиная по разным ведомствам, но она должна быть единая, состыкованная, единый программный продукт и взаимоподдерживаемая. И поэтому информация должна идти как и снизу, так и сверху. И самое главное вот в этой ситуации – быстро принимать правильные решения. Внедрение АПК «Безопасный город» на территории Астраханской области позволит производить контроль над оперативной обстановкой в регионе и обеспечивать управление службами и ведомствами в случае региональных чрезвычайных ситуаций. Жанна Алиева, Артем Рудер, РЕН-ТВ, Астрахань.